когда произошла авария на Чернобыльской атомной станции, мне было не так много лет. 11. И, наверное, это в этом возрасте оно как-то легче все переносилось. апреля 86 года, ну, как обычно, жизнь шла. Весна, было очень тепло, люди занимались посадкой огородов. Было очень жарко, ветер был, и нас попросили в хозяйстве перебирать картофель. Тогда же много садили, это сейчас нет. И мы еще не знали, и только пошли после этого, пошли в душ, в колхозе душ был, помылись, выходим, и мне звонят с района, что так и так, случилась Чернобыльская авария. Конечно же, нас, подростков, и всех деток сразу же вывезли в санатории и лагеря. На все лето чувствовалась некая паника, но вместе с тем все происходило организованно, спокойно. Но волнение, конечно, присутствовало. В наших деревнях было построено дополнительное жилье, людей эвакуировали и в наши края. С одной стороны, это вселяло надежду, что не такая уж и большая доза радиации, коль людей к нам выселяют. Ну а с другой стороны, добавляло нотку некой тревожности, люди покидали свои места и переезжали. Я приехала сюда по распределению, работала тренером в спортивной школе. А 26 апреля 86 года, ну, как обычно, жизнь шла. Весна, было очень тепло, люди занимались посадкой огородов. А мы, работая в спортивной школе, занимались подготовкой к праздничным мероприятиям 1 мая. А воспитанники детских садов, спортивной школы, учащиеся школ готовились к демонстрации с халакупами, цветами. Было очень тепло, и обратили внимание то, что на площади было очень много желтой не то пыльцы. Все говорили, вот это пыльца. Прошли мероприятия, и только после, ну где-то уже в начале мая мы узнали, что произошла авария, но что это очень опасно. В конце мая нас пригласили в отдел образования. И был издан приказ, и в составе преподавателей мы были командированы с детьми, учащимися первой школы, Ровковичей, вывозили их в Краснодарский край. Когда вспоминаешь этот день, такие чувства, знаете, ну, как будто вот смотришь ты на фильмы, когда вот война началась, да, потому что плакали дети, плакали родители, отправляли всех буквально. Было, конечно, как-то страшно, страшно за близких, страшно за детей, страшно за своих родителей. И надо сказать, что когда мы с детьми были в Краснодарском крае, некоторые дети начали, появились кожные заболевания, гнойники, то есть уже начало это сказываться. В 88 году я вышла замуж, уехала, 5 лет здесь не жила, а когда вернулась, я уже увидела, что здесь, ну, совершенно, будем говорить, все по-другому. Вот, ну, жизнь налаживалась. А вместо тех людей, которые отселились, приезжали из Молдавии, приезжали из Казахстана, приезжали из Чечни, многие из них уже, когда приезжали сюда молодыми, поженились, создали свои семьи. Сейчас здесь их работают дети, внуки. Вот этот день как-то запомнился 26 апреля 86 года тем, что мы как раз ехали из деревни домой. Там мы жили в конце Чечерска. И вы знаете, какой-то поднялся такой страшнейший вихрь. Знаете, так несло песок, как дуло. Вы знаете, что мы домой зашли в квартиру, мы высыпали из себя песок.
Ну, мы еще же не знали, что случилось. Я в детском саду работала заведующей. Ну, у нас какой-то был такой грандиозный такой праздник. Готовили детей, да, школьников. И целыми днями мы репетировали на площади. Такая была жара. И вот 1 числа мы только узнали, что случилось. Была паника. А как будет? Что будет? Тогда говорили, все тучи, которые сгущались над Чернобылем, все шли в нашу сторону. На мою долю выпало отселение населенных пунктов. В первую очередь мы отселяли Сибровичи, Шепотовичи, Заречья, Науховичи. И вы представляете, до сих пор болит душа, когда вспоминаю, вот особенно Сибровичи. Очень большая деревня, хозяйство было одно из первых в районе. И очень славилось тем, что в них были великолепные сады. Клубника, какой у нас, вот у деревни, допустим, не было. И занимались рыболовством. И мне приходилось их отселять. Но вы знаете, даже молодежь не так страдала, как страдали старики при отселении. Столько было слез. Я не только этим занималась, а это самое, с Брагинского района, с Наравлянского, сюда привозила людей. Ездила туда, привозила сюда людей. Ну, конечно, они тоже расставались, плакали у их. Ну, как сказать, у нас такого не было, чтобы их по 4, вот по 5 коров, такие заливные луга, так красиво. Люди не хотели уезжать. Вы думаете, что они не прожились, а потом у нас в Чечерском районе несколько семей, а остальные туда поближе к себе и уехали. Сейчас вы сами видите, город наш живет, город наш развивается. Ну, он красивый, он ухоженный. А мысли выезжать и покидать, ну, наверное, таких мыслей даже не возникало. Ни в те времена, ни во времена уже, как говорится, взрослой жизни. Ну, потому что здесь хорошо, по крайней мере, мне. Мне нравится этот тихий, уютный, спокойный город. Люди, которых практически всех знаешь, добродушные, дружелюбные. Мне нравится, как развивается наш край, чем он сейчас живет. Поддержка государства, ну, конечно же, в лице президента, ту политику, которую он проводит, конечно, она сказывалась, сказывается и продолжает ощущаться. Глава государства сказал, что поддерживал и будет поддерживать наш район. Ну, мы это чувствуем. Вот он требует, и правильно, с нас некоторых надо и требовать, потому что много разгильдяев, которые хотят что-то иметь, но ничего не дают взамен. Не работают, ничего, выпить, заколымить где-то, и такие случаи есть. Но я говорю, в этом отношении надо еще, может, более требовательно относиться и нашему сельскому совету. Надо вот требовать. Когда-то я требовала, организовывала людей и делали. И всегда на первом месте. Жизнь прожила не зря. Вроде бы это уже прошло. Да, боль есть, но люди работают. Ну, я говорю, кто работает, зарплаты хорошие. И механизаторов, и которые занимаются откормом крупнорогатого скота, и водоярок. Так что жить в деревне сейчас можно. Ну, только хочется, знаете, что сказать. Может, это вы и не выражите, как говорят. Надо больше внимания нашему руководству, вот и этому руководству, молодой, опытный руководитель, хоть иногда обращать внимание и на пенсионеров. Не в плане, что нам что-то там надо, вы знаете, сверхъестественно. Нам деньги не надо. Допустим, я получаю неплохую пенсию, муж тоже. Дети у меня обеспечены, можно сказать, не тянут. Ну, если внукам только, если что. Вот в этом плане, не в том, что нам что-то дать. Но больше, как говорят, придешь хоть бы больше внимания. Чтобы вспомнили, что мы когда-то работали. Вы же посмотрите на въезде в город со стороны Гомеля. С какое у нас строительство, сколько у нас новых, как говорится, домов. Вот. Ну и в то же время с колясками же женщин молодых очень много. То есть рождаются детки, продолжается жизнь. Мы живем. Мы живем. Люди, те, которые здесь постоянно проживают, они чувствовали и чувствуют поддержку государства. Ведь даже вот постепенно в наших районах жизнь налаживается, да, ну, огромные ведь деньги были
затрачены на то, чтобы люди, которые остались здесь жить, ни в чем не нуждались. Это была поддержка и сельского хозяйства, да, и медицинского обслуживания. Открыты лаборатории по проверке продукции, были практически во всех сельских советах и в городе, да. С населением семинары проводились, нас обучали, как нужно в этих условиях жить, вот, что можно кушать, что нельзя кушать, как вот домашнее хозяйство там разводить. Радостно то, что в район стали приезжать уже наши дети и работают здесь. То есть жизнь продолжается. Вы, наверное, уже сегодня были в городе, видели, как он благоустроенный, чистый, красивый. Вот. Все это благодаря тем людям, которые остались и которые приехали. С моих родных, близких только два брата уехали. Практически я тоже уезжала с нашего района к сестре на Украину. Но мы там пожили 8 месяцев, вы знаете, и родина позвала домой. Так хотелось домой, вы не представляете, что приехали домой, бросили все там практически за 8 месяцев. Ну, нам нравилось там, но земля родная звала домой. Мы оптимисты были, потому что мы понимали, что нужно все равно жить, несмотря ни на что. Вообще радуется душа, что у нас такой новый мир, район в городе. Дома у нас красивые такими. Наша сестра давно-давно не приезжала к нам. Она говорит: боже, какая красота у вас. Чечерск наш процветает. Приезжают наши родные, близкие не с Украины, а с России. Говорят: у вас такая красота, маленькая Швейцария. Мы решили, что мы здесь будем. И дети наши тоже здесь живут.